нет, конечно, красиво. А ты красив. Дал ей эту, которую... Машу, надо... у этого хорошая, натуральная оливка, которую она разрезает. Все, она разгрызла, видел? Тихо, да, смотри, лихо как кольнула его. Она его расковошматила. Сейчас я и грецкий дам посмотреть, вот это будет красота. Она его разрезает как бы зубками, как лезвием. Она как лезвие, когда была брусковника и как музыка у Антоши. И не переворачивается вверх ногами, на спину. И вверх ногами. Глядишь? И вверх ногами. Поснимай. Стукай, и давай ей, орешек. Ну. Взяла. Ну, покормил? Да. Не дергайся, Антоша, когда она взяла орешек, чуешь? Посмотри на меня. Когда белка взяла орех, ты не шевелись. Она-то посидит возле тебя. Понял? Ну что, сожрала? Пошла. А на одуванчике есть? Любит одуванчик, да. На еще яблоко. Ну не яблоко, да, я этого щенка уже. Иди ему одуванчик. Козявка. Боже, Саша, ну прикинь, это вообще трусливое дело. Это рекреативная. Давай, давай, только не дергайся. Не шевели руками, она сама возьмет. Старик, но вы еще не мая. Сказали, 6 числа будет. Ну что? Сказали, будет 6 числа. Мы звонили на наш выбор. Не бегайте, дети, не бегайте, стойте ровно. Ну что, Тоша? Что, взяла? Ну что, не бежит? Нет. Надо просто
Не дергайся, не дергайся, будет сидеть. Взяла. Все, давай решек, давай решек. Да, Антоша, ты растяпа. Дай на руки вытянутый орешек. Дай, вытяни руку вперед. Дядька шумит бутылкой. Взяла? Взяла и еще проверяет, есть ли. Ну что, Тоша, расскажи, кто это был, Тоша? Белочка. Ну смотри на меня, развернись ко мне. Кто это был? Белочка. Что ты еще можешь рассказать про нее? Но ее же везде турали. Она есть орехи. А вы зовите? Точка орехи. Папа. Не шевелись. Да, Богдан, правда. Я так и понял, давай. Взяла? Да. А он еще одна белка. Ну, вот она, детские дома пионеров на игрушке. Это она сейчас потратит. Взяла? Да. Поставила он там. Стукай орешком. Орешком об бордюр. Покажи орешек и пальчиками. С этой стороны дерева. Забрала? Ну все, последний орешек. Ну, смотри, куда она пойдет. Не дразни ее.